Пас, рассказать, как зарекомендовали себя Одиссей и Одиссей Макс вот за время выхода на маршрутку? Ну, Одиссей Макс, единственный, возможно, его недостаток, это в том, что он это идет не так быстро, как односекционный вагон. Вот, это поэтому под Одиссей Макс было специально составлено расписание. Он не на каждой явке может это работать, это под него специально создана явка. Это пиковая явка, которая работает в час пик, когда самый большой вывоз это пассажиров. Во всем остальном, ну, как и мнение самих это пассажиров, так и отзывы водителя и нашей ремзоны, то есть самые положительные. Одиссей? Ну, а по Одиссеям они уже работают больше года, каких-либо нарицаний на их эту работу нет. Спрашивают об экономии, если уже считали, сколько денег сэкономлено и какая их энергоэффективность? По энергоэффективности это касается не только Одиссеев, это касается всех вагонов, которые были собраны в мастерских наших, то есть там уже система стоит более современная, поэтому энергоэффективность мы сегодня видели из доклада. Если считать в общем и по троллейбусам, по 57 новым единицам, и по модернизированным вагонам, то на сегодняшний день мы оторвались далеко от всех. То есть если говорить это по показателям, то и сопоставить с, допустим, 2015 годом, то на расход тяговой этой электроэнергии стал меньше, это порядка, ну, это почти на четверть, даже, возможно, чуть больше. А в абсолютных цифрах, если можно? В абсолютных это цифрах я вам за 5 лет сейчас не скажу. Угу. Вот. Это, если надо, более точную информацию подготовим, скажу. Сколько кондукторов работает на Максе? На Максе работает один кондуктор. А планируется ли выпуск новых? Если да, то что планируете усовершенствовать? Еще один новый вагон Одиссея, односекционный, будет собран в этом году до Нового года. Мы его выпустим на линию, и уже в новом году, до конца января, собираемся выпустить Одиссей Макс. Ну, если там не будет каких-то форс-мажорных ситуаций по части там, отзывы снега и так далее. Об Одиссеях и Максе? Отзывы самые положительные, насколько я об этом знаю. По крайней мере, негатива я еще с негативом пока не сталкивался. Те же вопросы о электробусах, точнее, да? Сколько планируете выпустить в следующем году? Чем они будут отличаться от предыдущих моделей? В чем преимущество, какие недоработки? По электробусу он это работает на 10-м маршруте, мы уже об этом говорили. В будущем году собираемся еще минимум 4 единицы собрать, таких же на базе Шкоды. Ну, 21Т, то есть это те 4 кузова, которые есть и под которые мы получили это техусловие. Вот. И уже в количестве 5 единиц мы запустим этот маршрут по Балковской. Также мы можем, думаем, на базе чего еще можно собирать электробусы. То есть это уже будет дополнительный тендер, это будет позже. Сейчас пока вот собираем на том, что есть, на базе Шкоды. Энергоэффективность таких электробусов? Ну, по электробусу энергоэффективность там это показатели достаточно серьезные, там это порядка 40% энергоэффективности, если говорить от обычной машины. И напомните, 26-й это Макс, а Одиссей на каких ходят? На сегодняшний день Одиссей работает на 10-м маршруте, на 5-м, на 3-м маршруте, и это периодически на 28-м появляется. Вот.